Ну, думаю, в Словакии. Я Тима и Хара вошли. А в глаза и можно смотреть? Да, 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 да. Вот тут, кстати, очень интересная штука, вот насчет в глаза смотреть. Кошки наоборот, обратите внимание, очень интересная такая информация, кошкам наоборот надо смотреть в глаза. Если у кого-то дома живут домашние кошки, обратите внимание, перед тем, как начать нападение или игру, они наоборот отводят глаза в сторону. То есть делают вид, что я на тебя не смотрю. Поэтому для кошек, когда вы отводите глаза в сторону, это наоборот признак угрозы, что сейчас что-то произойдет. Гердусь, осторожно. Амрез из рота, я понимаю, то еще. Это станет не один из тебя. У меня просто ангст. Sie so nett. Oh. Sie ist so nett, sie ist so ein liebes Tier. Sie heißt Gerda. Oh. Meine Angst ist so gut wie weg, würde ich sagen. Aber trotzdem, man muss auch aufpassen. Es ist eigentlich ein wildes Tier. Почему она такая добрая? Это большой вопрос. Подождите, это же дикое животное. Почему она меня лижет? Почему она такая добрая? Она же на самом деле, понимаете, то есть мы все жертвы стереотипов. И дело в том, что... Не, извините, пожалуйста. А мы можем кошку развернуть? А может туда? Ну пойдем, 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 моя хорошая. Кого тут причесать? Кто не чесанный? Так вот, вернемся к диким животным. Дело в том, что на самом деле, вот то, что мы, к чему мы с вами привыкли, дикие животные, это страшно и так далее и тому подобное, это, во-первых, стереотип, а во-вторых, собственно говоря, наша генетическая память. Генетическая память нам говорит о том, что когда-то мы с вами жили в лесу, и нам нужно опасаться кого? А. Змей, Б. Больших крупных хищников и так далее и тому подобное. Но времена это были давние, сейчас мы с вами живем в города, да и животные у нас стали ассимилироваться, то есть все больше и больше... приближаться к городам и к людям. Вот. Дело в том, что кошка никогда сама первой не нападет. Поймите правильно, по какой причине. То есть та самая эволюция, естественный отбор, которые заложили в них такую информацию, что если ты территориальное животное, еще и одиночное животное, которое живет одно, вступать в схватку, в которой ты не на 100% одержишь победу, не стоит. Потому что любая травма приведет к смерти даже животных. Такая лежит, глаза зажмуривает. Я думала, честно говоря, что они очень активные, они же там в Африке в этой бегают как ненормальные. Тут и genauso wie meine Katze zu Hause, aber viel lauter. Так прикольно, они так восторгаются. Такие милые. Денис, Денис, а у нас получился кадр «Она и самовар». Да, был. Прям вот вместе, чтобы он на картинке был. Вместе с тобой, к сожалению. Ну, давай без меня еще. Как будто мячик для водного пола. Не прыгает. Да ладно, ты тоже будешь играть? Не очень. Пинай. Хорош. Хорош, говори. А Месси бы поиграл, да? Ну, он же футболист. Месси этого мячика хватит секунд на 30. Приветики, букетики. И раз скоро травка зазеленеет, босыми ножками можно будет ходить, валяться на ней, да? Основная угроза у них это поджелудочная железа, поэтому жирного ничего нельзя. Мы все вырезаем это, да? Это перепелка, половинка цыпленка корнишон и остальное это мясо конины. Кусочек сердца обязательно есть, там содержатся аминокислоты. И остальное мясо конины. Почему конина? Дело в том, что конина ближе всего к дикому мясу, а им очень это нужно. Так, пойдем кушать. Ну, ты мой хороший, кушай, кушай быстро. Да пожалуйста, пожалуйста, моя хорошая, пожалуйста, моя сладкая кошка. Покушала? Покушала? Спасибо, говори. Пожалуйста, пожалуйста, моя радость. Пожалуйста, моя радость. Да, 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 да.
Да, пожалуйста. Можно же? Можно еще раз вас попросить еще раз так сделать? Зайка, пожалуйста, вашу замечную. Гердусь, Зайка. Не-не-не, не ручки. Целуй папу, папу целуй. А все уже. Зой, а все, нужно было раньше, да? А папу целуй. А целуй меня. Иди. Иди, давай. Привет. Ромашка. Ну, выходите теперь в вольер, снимайте бабушку в окошко. Окошко вот это открыто, чтобы она могла выходить и гулять. Вот, ей очень это нравится. Летом окно всегда круглосуточно открыто. Вот, кругами тут ходит. Ты же, получается, прошел, запрыгнул, спрыгнул, опять прошел. Тут очень интересно, да? Сейчас змея счищает мясо. Стимулирует рост волос. Ну, если бы это помогало, они бы давно уже выросли. Масена это уже 4 года делает. И никакого толку. Ну, надо же. Больно, да? Уже очень больно становится. Когда по одному месту надо этот, как-то, менять локацию немножко. Выходи! Гердусь, выходи, лапочка, выходи. Иди сюда. Это вот у нас кошачий. Иди сюда.